Так, я нахожусь в гостинице «Грозный», и вечером мы отправились в бассейн. Хочу сразу сказать, что сюда входит и фитнес-зал, сюда входит хамам, который я сейчас пытаюсь снять. Конечно, не очень хорошо все видно, но он просто обалденный. Это такая красота. Вот это действительно очень красиво впечатляет. Сейчас я здесь вообще нахожусь одна, потому что скоро уже закрывается, до 10 работает. И еще хочу сказать, что и фитнес-зал, и хамам, и бассейн, все это здесь раздельно у мужчин и женщин. Вот условия, конечно, обалденные, хамам очень красивый. Вот такие вот мраморные чаши с водой, вот такие вот красивые узоры на стенах. Впечатляет своими размерами, просто огромный, красивый, посредине вот такой вот круг из мрамора. Итак, я хамамлюсь и потом иду в бассейн. Здорово!